Давай, скидывай. Надо что-то сказать. Ее звали Виолетта, она любила... умирать. Что-то хорошее. Она была хорошей... умиральщицей? Не говорит же проституткой. Она любила плавать. Да? Не знаю, мы знакомы первый день, а она уже собирается поплавать. А вдруг она не любила плавать? Ну, хуёво. Скидывай. Мне нравилось, как она... не воровала. Да. Не опаздывала. Точно. Скажи что-то хорошее. У нее были красивые глаза. Какого они были цвета? Белые. Белые? Таких глаз не бывает. Да я не помню. Ёбнул наобум. Сказал бы Карри. Не хочу врать на похоронах. В глубине души я любил ее. Как ее звали? Тёлка. Полное имя. Проститутская тёлка Деньговна. Ты не знал ее имени? Да особо не было времени поговорить, узнать. Потому что безостановочно ее жарил, да? Да нет, тупо телек смотри. Все, выкидывай. Вода холодная, она замерзнет. Бро, ей уже похер, но ее душа будет чувствовать холод. Не, душа уже покинула тело. Ты видел? Да, душа такая, пока, удачи, брохи, привет. Душа что-нибудь передавала мне? Вот это. А что это? Какая-то лодочная херня. А что она сказала? Говорит, я ухожу, но помни, передай Эльдару вот эту лодочную херню, он поймет. Ты понял? Да. Так многозначительно пиздишь? Она выглядит как живая. Да она даже когда живая была, не выглядела как живая. У нее была мертвая амплуа. Она любила мороженое. С чего ты взял? Поэтому мы должны будем почтить ее память, скушав мороженого в Баскин-Роббинс. Да, теперь припоминаю. Еще она любила покупать новые джинсы. Все, хватит. На джинсах уже дыра. Еще она любила других проститут. Хватит прятать желание под проститутку. Все, давай, скидывай. А если кто-нибудь увидит и скажет... Эй, вы что там, труп проститутки прячете? Веди себя естественно, типа, ха-ха, да, конечно. Понял, я в этих делах мастер. Эй, вы что там, труп проститутки топите? Да, но на дне еще много места. Убери пушку. Откуда у тебя пушка? У нее в сумочке была. Надо к ней что-то тяжелое привязать. Привяжи весло. Весло не утонет. Зато нечем будет грести обратно. Все-то ты продумал. Придумал. Поймай рыбу, привяжи к ней проститутку, и рыба унесет ее на дно. Не знаю даже с чего начать критиковать такую тупую идею. Начни с того, какая она офигенная. Она офигенное говно. Компромисс. Надо раскачать лодку, и когда она накренится, вытолкнуть ее. Так заподозрят, нужно просто притвориться, что проститутка купаться захотела. О, я захотела купаться, я проститутка. Не говори проститутка. О, я вовсе не проститутка. Я просто люблю вписки и засыпать, раздвинув ноги. Меня любил один парень, но я ему отказала, и он распустил слух, что я проститутка. Не надо подробностей. Но вообще-то он прав, я и правда проститутка. Но он этого не знал, когда распускал слух. Эх, сколько проблем, окунаться бы в озерцо. Отлично, кто-то увидит, как мужик разговаривает сам с собой, а потом выкидывает за борт труп проститутки и такой, да, все вроде нормально. Но лучше, чем ничего. Хуже, чем ничего. Ее надо раздеть. Я боюсь. То, что она оживет и наругает тебя? Что? Ее вагина наорет на меня. Ты что несешь? Или укусит. И утащит тебя за собой на дно? Чувак, прекрати! На дне съест. И ты тоже станешь проституткой. Пацаны! Думаете, так и становятся проститутками?